sorrow takes a hold. Don't leave me so cold. Your touch used to be so kind. Your touch used to give me life. I've waited all this time. I've wasted so much time. Илюх, ты не можешь уйти. Еще как могу, Олег. Зачем вы мне это сделали? Зачем вы бросили наркодилеров? Вы должны были уничтожить их. Уничтожить раз и навсегда. Как то? Мы же тебя спасли. Тебя боцман спас. Боцман меня спас. Ах, боцман, да. Это боцман остановил наркодилеров. Это боцман защитил Павлова от нападения Кобылова. Это боцман... Да, это боцман спас меня. Но все равно... Вы не должны были этого делать. Боцман должен был остановить их. А теперь что? Баспечкин снова на свободе. Они разгуливают не в тюряге. А загадочный админ недоволен нами. И все из-за тебя. Из-за боцмана. Из-за Фрэнкинис. Она посягает на мое место. Я хочу уйти. О нет. Только не это. Не уходи, пожалуйста. Уйди. Вот тебе и на... Эх, что же мне делать? Теперь я опять остался один. Идея, я позвоню загадочному админу. От нас ушел Илюха. Что? Да, я знаю. Ой, лол, без дела ты не останешься. Приходи в мой штаб, там будет сейф, и принеси туда ключ. Ясно? И только быстро. Вам нужен ключ? А, хорошо, я уже понял. Давай. До свидания. Проклятый Артур, проклятый Олежа, проклятые наркодилеры, проклятые все. Здравствуйте, мистер Смит. Здорово. Че один? Я ушел от них. Ушел! Ушел? Да, ушел. Они думают, что наркодилеры сбежали случайно. Случайно? Не случайно. Эх, да что вы за бред несете, а? Стой! Сюда! Что вам от меня надо? Твои друзья нуждаются в тебе. Да, но я не нуждаюсь в них. Зато ты нужен мне. У меня есть к тебе дело. Дело? Серое небо. Будет холодно. При чем тут небо? Проведать погоду никогда не поздно. Зачем мы... Погода! Куда мы вообще идем? Туда, где холодно. Что? Господи, я уже жалею, что пришел к вам, мистер Смит. Я помню это место. Это старое убежище Воспечкина. Я был здесь 5 лет назад. Олег здесь должен спрятать ключ. Ключ? Здесь? Но я же ушел ненарочно. То есть Олег должен был здесь оказаться по случайности. Случайности? Не случайны. Вы задолбали меня со своими случайностями. Но я ничего не понимаю. Илья, у меня есть к тебе дело. Какое дело? Какое еще дело? Я не понимаю. Обещай мне выполнить мой любой приказ, будь то убить меня или оставить здесь. Обещаешь? Я не могу вам этого обещать, мистер Смит. Обещаешь? Да. Да, я обещаю. Да, это хорошо. Небо сегодня серое. Вы неисправимы.
Олега должны ранить здесь. Но как это здесь? Олега ранят! Ты обещал мне. Спрячемся там и не будем вылазить. Я не могу. Ладно. Я обещаю. Пойдемте. А, наконец-то я могу видеть! Папа 8! Чего надо было? Ты должен добыть ключ! Ладно. Мне нужен ключ! Я тебе его не отдам! Я тебя убью! Я! Used to come and get me when it was time to disagree with an enemy. Pass the Hennessy and give me energy. Pack the gat in a smaller. Олег, нет! Олег, вставай! Вставай, я сказал! Вставай! Ты ранен! Отведем тебя к мистеру Смиту. Давай. Я должен взять ключ. О боже, ты кто вообще? Дерганный. Ключ. О, кинжал. Козырный ножичек. Мистер Смит! Черт, куда он продепортировался? В любом случае, этого надо оттащить. Давай! Я тебя убью, если будешь двигаться не так, как я велю. Пойдешь со мной. Можешь говорить? Видимо, нет. Ты жив? Да, еле-еле. Фу. Ой. Ну что с вами делать? Ты что делал? Песен рулит! Он мертв! Мертв! Он убил сам себя! Олег, посиди здесь, там какой-то шум. Отдай мне кинжал, старикашка! Ты его не получишь! Я нашлю на тебя бомб! Нет, мистер Смит! Убей меня! Нет, я не могу вас убить! Я не могу вас убить! Я не могу! Убей! Нет, нет! Отдай мне кинжал, мальчишка! Я вам его не отдам! Никогда! Ха-ха-ха!